16 марта в целях снижения аварийности и повышения безопасности на транспорте, осуществляющем перевозки пассажиров, на территории Кингисеппского района проводилось профилактическое мероприятие «Автобус». Журналист информационного портала «Город Кингисепп.рф» также присутствовал на данном мероприятии. В ходе данного рейда было выявлено 9 нарушений водителями транспортных средств, перевозящих пассажиров, и на них составлены административные протоколы. Некоторые пассажиры из-за выявленных недостатков у их перевозчиков полицейскими не смогли вовремя прибыть на место работы. Данное мероприятие будет проходить до 20 марта. В ходе него сотрудники ОГИБДД Кингисеппского района будут уделять особое внимание именно транспортным средствам, автобусам, перевозящим пассажиров.